Минздрав Иркутской области планирует приобрести мобильный диагностический центр. Об этом заявил министр здравоохранения региона Николай Корнилов, сообщает информагентство «Сибирские новости». Поступление техники ожидается к июню. Центр будет состоять из фельдшерского пункта, детского центра и диагностического центра для взрослых на базе автомобилей КАМАЗ. Предназначен он для мероприятий по диспансеризации населения. Планируется, что диагностический центр станет альтернативой медицинскому поезду «Академик Федор Углов». Его будут отправлять в труднодоступные районы, куда невозможно попасть по железной дороге, и в те населенные пункты, где нет узких специалистов. Часть денег на приобретение центра планируют выделить из фонда обязательного медицинского страхования, часть – из бонусных 700 миллионов рублей. Эти средства поступили в региональный бюджет за результаты работы по проведению программы модернизации здравоохранения области. Кроме того, на эти средства приобретут 2 компьютерных томографа для Братска и заменят 200 автомобилей скорой помощи региона.